здравствуйте, прямые включения. Вот где-то он уезжает от меня. Он кидает меня, он нашел себе работу и опять нового молодого мальчика. Вот, теперь я буду активен. Нового молодого, бля, которому 48 лет. Вот этот вот S-Market меня только что не хотел выпускать. Как это, блядь? Просто двери не открывались и все. И, видимо, я слишком худой для этой жизни. И, короче, не получилось ничего с этим махать сделать. Махать надо было, махать. Он меня заставляет идти работать к нему в рабство. Я ему не верю, но он мне рассказывает какие-то сказки. Венского леса. Можно не работать, можно работать чуть-чуть, а деньги большие. Часы большие, заебал, а не деньги. Деньги тебе маленькие платят. Денег нет вообще. Часов-то ты можешь написать 100, а денег не платят. Ну, как обычно это бывает. Буквально, ну, для меня недавно, для вас, может, какой-то промежуток времени прошел. Я говорил, что работы в Финляндии достаточно много, только ее тяжело найти, так как у меня нету финского языка. Вот, и на леса я не особо сильно хочу. По итогу мне откуда-то звонят. Мой товарищ дал номер, и мне откуда-то позвонили и предложили пойти работать на завод, доукомплектовывать вагоны. То есть завод собирает вагоны, там они, я так понимаю, варятся, собираются, скручиваются, и при этом их надо доукомплектовывать всяким оборудованием. Вот предложили туда ехать. От меня, где я сейчас нахожусь, достаточно далековато. И прям на север ехать. Но если выгорит, то увидите что-нибудь интересное. Хоть мне и позвонили, и предложили идти на завод по сборке вагонов, я все равно решил прогуляться у себя тут по местности, в своей деревне. И дойти до другого завода и спросить, есть ли работа. Думаю, навряд ли. Ну, посмотрим, что будет. Так вот он выглядит, плюс-минус, цеха, не цеха, я пойду узнаю. Как оказалось, на этом заводе тоже делают металлоконструкции, варят, но там нужен был финский язык. У меня его не было, и, соответственно, я пролетел мимо. Совсем забыл, я вас не ввел в курс дела. На вагоностроительный завод я не поехал, показались странными условия. Вот, и в тот же момент мне позвонил дед и предложил пойти к нему работать подмастерьем. Учиться сварке и так далее, обработке металла. На что, в принципе, я согласился. Короче, попал я на новую работу. Варим такие вот конструкции, парни потом их собирают. Там вентиляцию делают, водопровод. Такая интересная штука. А мы делаем вот такие. Наша задача по чертежам собрать это все и сварить. Потом это уезжает все в краску, красится вот в такой белый цвет. Это краска противопожарная. И потом обшивается сэндвич панелями и все, и уезжает куда-то, непонятно куда. Варим кемпи, один кемпи постарее, второй поновее, с охлаждением. Так, достаточно интересно. Все время хотел попробовать поварить. И вот попробовал. И самое хорошее для меня это то, что не на супер плохом аппарате. Даже сказал бы на хорошем. Делаю работу намного проще. Удается учиться и так далее. Часть видосика куда-то потерялась, где я описываю проблему. Так что вставлю так. В этом видео, которое сейчас будет в ряду следующим. Прошлые парни, которые работали в этой компании, видимо, плохо прочли чертеж и чуть обманулись в размерах. И в итоге приварили и поставили стойку на 10 сантиметров не туда, куда нужно. И нам пришлось это все отпиливать, зачищать и переваривать. Вот так. Бывает. Кто тут у нас такой маленький и старенький? Космонавт, ёпта. Вот это вот отпиливать и сюда переносить. Дед Человек-паук опять на высоте работает. И вот что мы имеем по окончанию. Еще не по окончанию. Вот этот вот столб должен был быть не тут. А вот тут пацаны прошлые, кто работал, обманулись, не туда приварили.
Ну и диагональ должна быть не тут, а вот тут. И уходить вон туда. И по итогу отрезали все, отпилили. И завтра будем это все переносить и переваривать в желудке. Очень удобно, когда у тебя есть кран, потому что эта штука толщиной примерно вот такая вот. Где палец? Вот палец. Тяжелая очень. И вот то, что мы сварили. Пришел финбосс, проверил по чертежам, правильно, неправильно. Я его спрашиваю, что правильно, говорит, вроде да. Расслабился, ушел.